Вот это десятиэтажка. Здание еще совсем новое и практически полупустое. Отсюда мужчина и совершил свой прыжок. Сначала соседи подумали, что он делал ремонт на балконе, не удержался и сорвался вниз. Только потом они узнали страшную правду. Я даже не знаю, нужен на год вроде как выпал. Ну, милиция что-то занималась, что-то не мерили, там все измеряли. Правоохранители не сомневаются. Человек свел счеты с жизнью. Говорят, перед тем, как прыгнуть с крыши, он послал прощальное смс-сообщение своей беременной жене. Погибшим является 31-летний житель города Севастополя, который накануне перед совершением суицида отправил смс-сообщение своей супруге с текстом «Прости за все, прощай». Соседи не были знакомы ни с погибшим, ни с его женой. Говорят, уже после самоубийства узнали, что мужчина был военным. Знаю, что военный, украинский военный, и что вчера в труп приехали военные, адмиралы, и забрали. Видел, плакала девушка. По факту самоубийства милиция открыла уголовное производство. Сейчас правоохранители выясняют, что именно подтолкнуло человека к суициду. Анастасия Крапивко, Виктор Шамшура. Программа «Наше время».